В прошлом видео я показал, как выглядит пассивный доход. Мне просто приходит письмо, там написано, что распишитесь, пожалуйста, что вы должны получить 160 тысяч рублей. Ну, в этом письме было 160 тысяч рублей примерно. Я расписываюсь, отсылаю это письмо назад, и через какое-то время эти 160 тысяч за вычетом НДФЛ приходят мне. Вот так выглядит пассивный доход. И я обещал рассказать вам, откуда же приходит этот пассивный доход, выполняя свое обещание. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. На самом деле это был только один из источников пассивного дохода, который я нашел. У меня их несколько, они постоянно идут, я о них постоянно рассказываю. И я решил рассказать обо всех источниках пассивного дохода, которые у меня есть. Дело в том, что каждый человек индивидуален. И я с фанатизмом искал эти источники пассивного дохода. Я их создавал, я пробовал. И что-то у меня получалось, что-то нет. И я пробовал сюда идти, сюда, 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 сюда. И я думал, что что-то где-то стрельнет. И на самом деле стрельнуло. И на самом деле стрельнуло совершенно из неожиданного места, откуда я совсем не ожидал получить такие деньги. Но вот они получились. А там, где я ожидал получить много, но, в общем-то, не получилось. Поэтому я хочу вам рассказать все источники пассивного дохода, которые я нашел. И я видел людей, у которых получалось создать пассивный доход, ну, буквально до 20 тысяч долларов в месяц. И у меня это не получилось, но, возможно, это получится у вас. Почему бы и нет? И я решил, что в одном видео это не рассказать, я решил создать такой небольшой мини-курс, как начать зарабатывать, если нет денег. Этот курс будет абсолютно бесплатным, потому что, ну, какие же деньги можно взять с людей, если у них нет денег изначально для того, чтобы инвестировать, для того, чтобы начать зарабатывать. То есть, как начать зарабатывать с минимальными вложениями. Все, что нужно, это просто перейти по той ссылочке, которую вы увидите в описании, либо в первом комментарии, либо прямо сейчас в конце этого видео будет ссылочка на видео. Перейти туда и зарегистрироваться на этом курсе, как начать зарабатывать, если нет денег. В письме я вам пришлю приглашение в Telegram-чат специальный, и где вы будете обсуждать с коллегами, как начать зарабатывать, если нет денег, какие-то варианты обсуждать и так далее. Можно общаться, во-первых. А во-вторых, я направлю вам серию писем, небольшую, на почту. Этих писем будет не так много, потому что курс бесплатный, а бесплатно я работать не очень люблю, поэтому не беспокойтесь. Вы ничего не теряете абсолютно. Все, что вы можете сделать, это найти источники пассивного дохода, создать их для себя, а я буду помогать вам в этом деле. Часто, совершенно бескорыстно. Но не всегда. Все, что надо сделать, это один клик всего на ту ссылочку, которую вы увидите. Один клик, по-английски just click, и все. Оставляйте свою почту, какие-то данные, как вас зовут, и вы получите все остальное на почту. Сейчас я хочу сказать, почему я это делаю. Дело в том, что в шапке моего канала написано: «Ставь целью помощь людям вместо финансовых целей». И ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Ты никогда не будешь обделен. Это цитата Йогананды, которая стала моим, в общем сказать, девизом. Это прямо в шапке моего канала, потому что моя миссия – это помогать людям создавать источники пассивного дохода. Я это решил, я это делаю абсолютно бесплатный курс. Поэтому переходите прямо сейчас по ссылочке, и уже в следующем видео я вам хочу прислать схему, как из 100 рублей сделать 262 тысячи рублей всего за один месяц. Кажется, что это будет сказка, кажется, что это будет фантастика. Ну, на самом деле, во многом так и есть, но сказка ложна, в ней намек. От этого будет исходить очень много далеко идущих выводов. Вы увидите, что я постоянно буду на это видео ссылаться. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылочке, регистрируйтесь, и в следующем письме я пришлю вам вот эту схему, как из 100 рублей сделать 262 тысячи за один месяц. До встречи!